Сергей, вы в порядке? Люк был открыт! Чуть не сдохли от воздушного взрыва! Что произошло? Взрывная волна. Им повезло, что они живы. Давайте возьмем танк! Уходить.
Морпех и одна гражданская. Здорово! У нас еще танк. Бронетехника с той стороны холма. Еще! По курсу прямо! В сторону этого здания должен быть мост. Оттуда сверху обзор может быть лучше. Господи,
продрог до костей. Мост вон там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. Черт! Помоги мне, Рекка. Я ей не доверяю. Она что-то скрывает. Присматривайся. Идемте дальше, но побыстрее. Ладно. Мы тебя вытащим. Помоги сдвинуть. Пытаюсь. Черт, попал, толкай. Живей, рука свободна. Контакт. Три цели. Молодчина. Цели поражены. Чисто. Встаем. Ладно, назад к машине. Бак разбей окно. Хана, проверь ручной тормоз. На счет три. Раз, два, три. Надо уходить с этого места. Тут слишком опасно. Мы тебя не оставим. Никто никого не оставит. Толкаем! Дай мне руку. Ты должен был освободиться. Почему не получается? Он черт застрял, возьми. Что ли? Лямки! Он зацепился лямками. Ясно! Что это? Чертовски большой корабль. Лямки! Врежьте лямки! Давай!